Что это, реальная позиция или попытка загладить вину за Вторую мировую, неизвестно. Но в арабо-израильском конфликте Германия решила выступить на стороне Израиля. Вот уже 2 месяца, как руководство страны называет геноцид самообороной и всячески отрицает здравый смысл. А на недавнем заседании ООН по вопросу немедленного прекращения огня по Палестине Германия воздержалась от голосования. Все это шокировало людей. Некоторых до такой степени, что им стало стыдно называться гражданами своей страны. «Я держу в руке мой паспорт. Теперь мне стыдно быть гражданином Германии. Я принял это решение в знак солидарности с Палестиной. Я порву этот паспорт так же, как израильские военные разрывают палестинскую землю и людей на части. Свобода Палестине!» В эти дни в Германии прошли многотысячные митинги в поддержку Палестины. Повлияет ли это как-то на Израиль, неизвестно. Но несмотря на официальную позицию властей и регулярные запреты протестов, голоса поддержки заткнуть не удается.